Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя наебут, все продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате все равно все идет по пизде. FunPay поможет продать или купить игровые предметы или услуги. Просто и без наебалова. Вопрос из чата интересный. Мешаешь пиво с водкой? Я водку вообще не пью. Мешаю пиво с пивом на крайняк. Блять, я так хочу на шторме поиграть, но в плане я хочу на нем выиграть хоть раз. Но я возьму, наверное, шторма, потому что у меня ЦМ-ка в команде, ну, как еще лучше можно пикнуть шторма? Но я понимаю, что там сейчас антимаг заедет, еще что-нибудь, но, блять, как не взять шторма, когда у тебя в команде ЦМ-ка? То есть, ну, хочу выиграть на этом герое. Пиво без водки, деньги на ветер. Я бы сказал, пиво это деньги на ветер. Лучше просто тогда, если уж ты хочешь именно, если у тебя стоит задача нахуяриться, купи просто водки. Но, блять, нахуяриться пивом, по-моему, невозможно. Не, ну, когда я был школьником, я мог, наверное, это сделать. Сейчас я литр выпиваю, и мне уже его не хочется пить, и при этом я не чувствую вообще алкоголя. 5 литров выпей. Я 5 литров пива не смогу выпить. Ну, типа, я литр выпиваю, я уже пить не хочу, ебать. Мне уже не хочется пива. То есть мне лучше, я же говорю, мне проще взять, въебать 300 грамм виски, и будет эффекта, я не знаю, намного больше, чем от 3 литров пива, как мне кажется. Сайленсер, ну, это было очевидно. Кого же еще взять против шторма? Либо антимага, либо сайленсера. Бля, что с Лордаром? Он, типа, вообще бесстрашный боец. Ух, блядь, как хорошо, что он ДДху не забрал. Сейчас бы был разъеб такой с его стороны. С Лордар с ДДхой на миде, это очень жестко. Низ, да? А не, попал он. Да ладно, я его убил. Я думал, не хватит. Фистинг Игорёк, блядь. Сапог не беру на шторме. Предпочитаю взять перчатку, чтобы на 6 левеле быстрее ебало бить. Nice pay. Оу, буржуин. When I pick you, why you don't give me? На хули он выебал, правильно? I pick you, man. Man, dude, dude. You idiot. Give me bounty line, please. Man. Oh, no bounty. Speed, Geno. Now! Стрим только начался, я уже поплыл. Toxic man. Dude, please don't cry, dude. У природы нет плохой погоды! Ха-ха-ха! Оу, дюд! На, дюд! А ты бы та-та, три та-та! Нормас, бустера убил. Ебутся коты, ебать. Пиздец ты жадный. А, он говорит, что я жадный? Да пошел ты нахуй, я ебало тебя. Ебало разбил. Help me, please. No mana, man. Lion, you fucking idiot. Why are you going middle? Help me here. Yes, dude. Help me, help me! I help you, dude. Мне не хватит пальцев пересчитать все гачи. Lion, fuck your family. О, no, fucking family, please. Я не удивлен буду, если я на шторме снова проебу, поэтому тут он меня не удивил вообще. Вроде нахуй не нужен, ты отрезы жалко. Lion, you so fucking idiot. Ну он выебывается просто. Он угрожает, говорит, что я за это проебу, понимаешь? I'm reporting you. Because you fucking idiot. With your friend. Блять, буржуи такие нытики. Боже, блять. Стоп край, dude. Да иди нахуй заебал, тебя мучу, пидорас, блять. Блять. Научись, блять, говорить на английском. Ты что, быдло? Down, блядь, быдло, сука. Пес, блять. Ты что, быдло? Ты что, быдло? Псина ебаная.
Сука, да, да, вы. Что-то в голос, блядь. Juggernaut, give me please your neutral item. I give you broom handle. Look at stash, bro. Fight, 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 dude. Сейчас еще и Слардара подожжем, нахуй. Я думал, там турок еле вяжет английский, а Пудж сделал тайскую рокировочку, если ты понимаешь, о чем я. 8 ⁇ 3. Блять, на самом деле вот он это пишет, и как же я понимаю, что так оно и будет, скорее всего. Я сейчас сделаю 30 фрагов, и у меня трон упадет нахуй, понимаете? Ну там смех смехом, но, блять, оно так и будет. Это ебаный юзлесный шторм в этом патче. Пудж меня замутил, кстати. Пудж, are you here, man? Ну да, он меня замутил. Он сдулся. Он очень слабый, дюд. Серьезно? Help, man! Ну все, по-моему, получаю пизды теперь. Ну они в пятером забайтили на Луну. Все, 4 телепорта на них сделали. Ну ладно, я сейчас отомщу. Глобала нету, они сейчас за эту хуйню поплатятся. Они больше не будут. Выебываться здесь. И ты, дура. Да, блядь. Нахуй отсюда. Или он опросил с рефрешером. Так вот, я почти опустился к тебе. В область дна. Да не надо никуда спускаться. Блять, ну почему? Почему я умер первый? Радует, что там Луна керри, долбоёб. Аганим делает. То есть, если я эту игру на шторме проебу, то я его пикать нахуй не буду, пока его не апнут. А какие игры на нем можно выиграть? Мне, блядь, легче выиграть нахуй на клокверке в миде, чем на шторме, блядь. Алло, дота! Ну мне БКБ надо делать. Я думаю, я пойду в БКБ сейчас. Хотя тут два варианта. Либо Шива, либо БКБ. Но там Луна пошла в Аганим. Там будет Глобал плюс ульт Луны. Шторма апнули жестко. Теперь ульт у него наносит миллиард дамага. Я надеюсь, Габен меня услышал. Потому что я заебался на этом говне играть бесполезным, блядь. Фраги делаешь, а толку от фрагов, если ты игру выиграть никогда не можешь. То есть, знаешь, герой-то должен... Пусть он хоть ноль фрагов делает, сука, но, блядь, как-то винрейт имеет нормальный. А шторм это вообще сейчас помойка. Держу в курсе, вышло одного пуджа, теперь два заряда хука. Спасибо, держи в курсе. Спасибо, спасибо, брат. Go fight, Джаггер. Ёбаная жизнь. Мэйби ульт? Ультани, ёбаный дурак. Вот и все. Блять, ты как меня заебал? Как ты всех заебал на своем сайленсере, блять? Блять, на мне это дерьмо висит, бесконечность какую-то. Можешь закончиться уже? Он ворчит, идет. Слардар, килл. Хелло, ебать. Да, тут тускар бегает. Да нахуй ты меня вытягиваешь, дебила кусок! Блять, а почему так далеко ульта бьет? Я заебался. Good job. Возьми титан, мне титан не нужен. На шторме титан сильвер это useless. Ну типа, если бы он увеличивал урон с магией на 16%, тогда да. Урон с руки мне нахуй не нужен. Статус резист, по сути, тоже. Блять, Джаггер там ко мне сейчас будет, нет? Нет, Джаггер живет. Так, бензина мне хватает, я поехал. Чуть-чуть не повезло с ультом. Рядом пролетел, но не задамажил. Гоу, троны, троны. Я хочу выиграть на шторме, заебало. Давайте трон снесем. Я даже уже не хочу. Даже уже не хочу затягивать. Просто хочу выиграть на ебаном шторме. Хоть раз. Ну, Луна с Аганимом, это, конечно, худший мусор. Ну, Луна керри. Если бы эта Луна была четверка, пятерка, кто угодно, то да. Но керри Луна с Аганимом это помоечное дерьмо. Ну и что, ну и что, ну и что. Ну вот, ну и что, ну все.
Вот и весь твой импакт, брат. Ай! Меня-то за шо? Троны, троны, гайс, троны, гоу, троны, троны. Вот не надо угрожать было. Good jobs, man. Ебать, тампач. Первые три изменения меняют игру сильнее, чем аванпосты и лесной шмот. Теперь Алижа за твое убийство будет приезжать Габина и забирать у тебя квартиру, отдавая его саппорту, который сбил с тебя стрик.